привет, дорогие друзья, с вами снова Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы воскресили нашего закаменелого покемона. И плюс к тому мы нашли 4 покемонов-боссов за одну серию. Одного синего и трех зеленых, да, вот. Сейчас. Так, чуть ли не прогружены текстуры. Может кто-то и будет, нет? Вроде нет, никого. Такого какого-то. Нет, никого. Ладно, сейчас давайте идем поспим. Ночью ни хрена не видно просто. Так, сейчас можно, в принципе, будет прокачать немножко Арчина, немножко Магнемайта, немножко Принплупа, немножко Лайрона. Вот то, что мир что-то не грузится, хрен его знает почему. Давайте прокачаем Арчина. Иди сюда. Да. Так, давай. Ух, с одного удара, ни хрена. Давайте вот так. Да, он еще, конечно, что-то... О! Нормально. С Норокса выпадает вот эти. Ну как его, твою мать? Яблоки, да, когда его убиваешь. О, я думаю, что это за покемон? Что-то на Чармандера сдалека немножко похоже. И это Райчу. Офигеть. Давай, Райчу, иди сюда, мы тебя убьем. Райчу у нас уже есть. Давно уже у нас есть Райчу. Так, убиваем его с одного удара, да. Так, да. Так, давайте сейчас, кто тут еще может быть такой более-менее большой уровень? Хипну, ты какой уровень? Во, ну, в принципе, убить тебя можно. Так, что тебя выпало? Или это не с тебя? В принципе, пофиг, кожа нам не очень нужна. Так, Нидоран Фемейл нам тоже не нужен. Ты уже у нас есть. Так, Ликитунги. Тоже не очень большой уровень. Так, Райхорн, да? Ух ты, большой уровень. Давай, иди сюда. В принципе, да, давай, Чаризарда. Мью у нас нету. Чё это там под Райхорном бегает? Чё это за покемон? В принципе, я думаю, первая эволюция Метанга, его рука или чё это такое. А, Квик, давайте вот. Так, ну, в принципе, да, никого тут нету. Да, Белдум какой-то. О, кстати, там еще один Райхорн. Давайте его тоже убьем. Прокачаем наших покемонов. Так, давайте. Чаризарда. Ух, ни хрена себе. Вот этот и сильный, более-менее, Райхорн. Ну и все, и что сейчас? Кем я тебя добью? Confuse, Dreamer, Shadow Ball. О, нормально. Так, давайте идем вылечим. Вылечим Чаризарда. Я так немножко смотрю по сторонам. Может, еще какой-то покемон босс где-то будет. Давай, Генгар, иди ты. Давай, Shadow Ball. Не попал. Еще Shadow Ball. Опять не попал. Давай, Dream Eater. Че ты вообще... Хрен его знает, чем ты бьешь. Гипноз. Ты че, вообще не можешь попасть по нему ничем? Да. Чем тебя убить? Давайте попытаемся убежать. Хрен. О, все, нормально. Так, давайте... А, сейчас и это, да, нападет? Нет? Давайте идем вылечим наших покемонов. Так, Арчин уже 27 уровень. В принципе, нормально.
Принплуп 26, Магнемайт 29. Так, давайте прокачаем Магнемайта. Не знаю, когда он эволюционирует. Так, Голдок, 41 уровень, нормально. Иди сюда. Так, ну чё, легендарные покемоны где-то спавнятся. Dragon Rage. Давай, Wind Attack. Wing. Так, вон, норм. Так, давайте, вот еще один, в принципе. Голдаксор, второй уровень. Нормально. Давайте вот этим, вот этим. Давайте Dragon Rage. Так. И этим. Отлично. Фу, сейчас. О, там еще один Райхорн, как я вижу, да? Вот там, вот там, вот там. Нет, так я точно не попаду в него. И так нет. И так нет. Во, норм. 45 уровень. Сильный, зараза. У нас Черизард тоже. Отлично. О, наконец-то Магнемайт эволюционирует на 30 уровне. Ну, в кого ты там превратишься? Я знаю, в принципе, в кого, но я не знаю, как его эволюция это называется. Ну да, вот этот Магнит 3 или что-то. Нет, Магнетон. Ну, в принципе, да, нормально. Я так, как я знаю, как я понимаю, больше эволюции у него уже нету. В Магнемайта, то бишь Магнетона, его уже можно класть в компьютер, да. Так. А, у нас же еще одна штука есть. Так. Кладем Магнемайта в компьютер и берем... Давайте берем Трико, где он наш? Трико. Трико, ты где? А, вот он. И давайте вот это поставим вот сюда. Так, сейчас. Оникс. Оникс. Ни хрена себе ты большой. Суть в том, что Оникса у нас еще нету. И, в принципе, если постараться, то и можно его словить. А я уже вроде помню, пытался словить один раз, но не словил. Ну, такой большой хрен попадешь. 45 уровень, ни хрена. Ни хрена себе он дубанул. Мдам. Давайте Генгара типа попытаемся. Да, убили. Ну ладно, пофиг. Убили так убили. Уникса тоже можно найти. О, в принципе, Трико уже эволюционирует. Я не знаю, в кого он эволюционирует. Ух ты. Это что такое будет? Так, ни хрена себе, это кто у нас? Гровил. Трико. Так. Ну, давайте вот этим. Вот. Нормально, в принципе. Трико превратился в Гровиля. Нет, Гровил. Да. В принципе, прикольный покемон, красивый такой, мне нравится. И сейчас давайте, в принципе, давайте поищем еще какие-то покемонов, чтобы прокачаться. Так, тут кто-то есть? Тут. Вроде никого. Вот там у нас Кангашкан, или как он там называется. Два бьются.
Давайте пойдем вот в эту сторону. Кто там у нас на горе? Вот там. Ну, какие-то такие. Покемоны. Так, гипну, ты какой у нас уровень? Давайте Арчина прокатим. 29-й, нахрена? В принципе, я думал, он где-то 40-й уровень. Агилити. Давайте вот этим его добьем уже. А, у нас Черезад же мертвый. Я что-то забыл его как-то вылечить. Что-то я вообще забыл про него, да. Так, давайте пойдем вылечим нашего Черезарда. Так, нам покушать бы нужно. Вот того у нас еще покемона нет, что там на горе. Он у нас вроде называется Лунатон. Что-то вроде такое, да? Еще один покемон босс. Да. Джиудут, зеленый. Так, давайте Арчина. Хрен я его знаю, знает, убью ли сейчас. Ага, убил, уже убил. Давайте попытаемся убежать. Хрен мы убежим. Не убью я его, не убью, никак не убью. Что это за хрень было? Покемон пропал. Я не знаю, как я его убил с одного удара. Покемоном 30 уровня, хотя он был 69 уровень. Я не знаю, как я его убил, но мне написало, что мне дало опыт. Ну и с него нифига не выпало. Он просто пропал. Не знаю, что это такое. Ладно, давайте побежим, вылечим наших покемонов. Давай, 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 беги уже. Так, давайте вот сюда. Давайте сейчас, наверное, все с инвентаря поскладываем в компьютер, не в компьютер, а в сундуки. Так как у нас там уже вроде дохренище всякого есть. Вот. Так. Нет, это у нас... Да, вот это у нас вот тут. Вот так. И вот так. И вроде да, вот так. Тут у нас... Тут у нас... Вот тут у нас вот это всякое вот такое. Вот так. Вот так. В принципе, да, нормально. Давайте поспим. О, Арчин, 30 уровень, еще даже не эволюционирует. Не эволюционировал. Так, кто-то заспавнился новый. Ну, тут вроде никого нету. Хитмонли, вот я вижу его. 26 уровень. О, Райнхорн. Давай, иди сюда. В принципе, на горах тоже можно прокачиваться. Там тоже нормальные покемоны. Так, давай Арчина. Вот. Сейчас давай Черезард. Давай. Вот это пусть будет. И еще раз. Нормально. Так, что там у нас? Вот так. Нормально. Давайте сейчас дальше пойдем куда-то вот сюда. Так. Как бы я Мьюту хотел. Или вообще, давай хотя бы любой покемон заспамься. В смысле, любой. Ну, не любой, ну давай, легендарный покемон. Заспамься опять. Ладно. Не буду я туда подниматься. Так, давайте.
Давайте побежим вот сюда. Да, вот сюда. Чё-то я еще даже ни разу не видел водного покемона босса, как бы, чтобы он был боссом. Это вообще возможно? Я не знаю, честно. Это кто у нас? Это у нас Райчу, да, там? Да, это у нас еще один Райчу. 48 уровень. Давайте его убьем. Так как он у нас уже есть, да попади ты, вот. Панита у нас есть вроде. 48 уровень, ни хрена себе. Как он Чаризарда дубасит. Вот, нормально. Так. Сейчас, в принципе, давайте сюда пробежимся. А, вот, Волторб. Вспомнил, какая первая эволюция электрода. Так, тут у нас есть кто-то, нет? Вроде нет. Никого нету. Легендарный покемон что-то не спанится, ну да. Можно сказать, зажрался уже, да? Каждый раз говорю, где легендарные покемоны. Ну, в принципе, так, ты какой уровень? 42-й, нормально, иди сюда. Ну давай, Чаризард. Только не умри. Вот, ну, нормально. Так, давайте побежим в эту сторону. Сюда. Так. Вот, шайни бы еще. Один, в принципе, у нас уже есть, Милтанг. Хотел бы Чармандера, шайни. Это бы вообще охрененно было. Дитто. В принципе, этого покемона у нас нету. Вообще, если так, кто смотрел вообще как бы сериал, то Дитто, он как бы такой покемон, который может принимать любое обличие. Ну, понятно, что тут вот этого не сделали. Что как бы, ну, если так смотреть в сериале, то он может, например, превратиться в Мью, да? Он может быть Мью. Ну, конечно, он не будет такой, как настоящий Мью, типа, со всеми его, как бы, характеристиками. Но по внешнему виду он будет Мью, атаки у него тоже будут, как у Мью. Ну, он как бы не такой будет, как Мью. Как бы его копия. Хрен я знаю, чем его можно ударить, чтобы не убить. Сказал не убить и почти убил. Ну давай, ну слови сейчас. А Генгар у нас вроде вот сейчас есть, да? То бишь попытаюсь усыпить вот этого Дитто, если он сейчас не словится. В принципе, его у нас еще нету, да. Вот, этого покемона у нас еще нет. Отлично, мы словили Дитто, и сейчас он уже у нас есть. Я не знаю, есть ли у него вообще эволюции. Кто знает, напишите, пожалуйста. Может, в принципе, есть. Я не знаю. Но я почему-то думаю, что нет. Так, куда бы можно пойти? Куда бы можно было бы пойти? Вот там два Райхорна. Отлично, идите сюда. Ни хрена себе, сколько тут метангов. Или кто это? Их руки. Не Райхорны, а Райдуны. Вот. Давай... Гравил его попытаемся прокачать. Ни хрена себе эти райхорные сильные. Шадоубол убьешь? Убил, отлично. Так, еще один райхорн. Не попал. Ай, не попал. Не попал, да что ты будешь делать-то, а? Вот. Давайте опять Генгара. Если его не убьют с одного удара. Хотя хрен его, наверное, убьют. Он же призрак. По нему даже попадать, не, по идее, не должны вот эти покемоны. По идее. Электробуза у нас еще нету. Вот там он стоит. В принципе, у нас есть его первая эволюция, Ликид. Но кто-то говорил, что он как бы... Его эволюция есть, но он как бы еще не эволюционирует. То бишь, если его прокачивать, то он не эволюционирует в электробуза.
еще как бы не сделали, да? О, еще один оникс. Давайте попытаемся его словить. Да не тебя, дурак. Два оникса. Фу, ну давайте попытаемся чем-то его ударить. О, 17 уровень. Давайте все-таки Генгара возьмем. Усыпим, если, конечно, получится. Вроде написал, что он спит. Но почему-то, ну хрен его знает. Нет, не словился. Давай попытаемся его Confuse Ray, хотя это его убьет, наверное, сейчас с одного удара. Ну давай, словись уже ты. А вообще в Уникса есть эволюция? Ну не, ну в принципе я знаю, есть у него эволюция, но есть ли у него эволюция в этом моде? Как бы сделана ли она? Отлично, мы словили Уникса. Наконец-то. Сколько я его не мог словить? Или не находил, или просто не мог его словить. Так, давай опять Генгара. Вообще, видите, по нему вообще никакие покемоны почти не попадают. Не успел сказать, уже убили. Лайрон. А что у тебя вообще за скиллы есть? Хрен его знает, давайте попытаемся убежать. Хрен мы убежим, как я понял. Убежали, отлично. В принципе, дорогие друзья, давайте сейчас на этом уже закончим. Пойдем вылечим наших покемонов. И я думаю, на этом десит можно закончить. Уже потом в следующих эпизодах уже постараемся прокачать Арчена, Гровил, Принплупа, Лайрона. Лайрон еще, я не знаю, ну вроде писали, что есть у него эволюция. То бишь ему осталось где-то еще 20 уровней, он на больших уровнях эволюционирует. Но суть в том, что написали, что есть у него эволюция. Также, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.